Дверь закрыта, да? Закрыта. Или нет? Ну-ка. Проверь. Я понял. Ты жив, нормально? Нормально. Давай, братуха, увидимся. Prize, motherfucker. А, нет! Попался. Разменялись, короче. Я отыгрался, да. Тоха. Где Тоха, блин? Тох, ты где? Вам там норм? А. Нормально ты. Видел? Жду. Ну да, деньги-то все не у меня. Че, можно у тебя попью? А, сейчас я тоже сам попью. Момент. Много пить не надо. О, да. С этими отыгровками бутылку. Я не могу просто. Ну, это тебе, наверное, Саша. Это оно самое. Только там забраться не мог 2 минуты. Так, как спуститься отсюда? Поднялись. Не говори мне, там же лестница есть. То, что ее здесь нет. Стой. Она не здесь, ну. Можно. Вот здесь, да, на вентиляцию осторожненько. Воу! Слушай, что-то мне за ним. Ты живой там? Неохота. Жестко. Хорошо, что он сразу вниз не упал, так бы он точно умер. Да. Жопа. Хорошо, что мы малого взяли проверять больше. Ну спасибо тебе. Бежит. 2, 3, 4, 5. Ну что, не надо мне это делать, ты чё? 3, 4. Обе руки убери. Чё, это нормально? Я попробую закрутить. Блин, главное, чтобы никто копом не позвонил за эту хрень. Потому что это все-таки отель, прикинь, ты такой живешь у себя в 5-звездочном президентском отеле, и там. А у тебя за окном люди, да. Да. Это можно пройти? И че, это тупик? Внизу можно. Класс. Или нельзя. А можно? А тут все видно. Слушайте, по-моему, нас все-таки кто-то видит. Смотрите, вот, как красиво. Вон он, смотрите, вон он едет, смотрите. Да, хорошая идея была кинуть фаеры. Опа. Кто там уже? Блять, держусь. Он опять на кончице. Не цуйте. Давайте на козырек, а потом на... Я вот думаю, допрыгнем мы до твоих вещей или нет, сразу бегу. Я нормально. Не, нормально, это я сгруппировал. Так. Допрыгнул все-таки, допрыгнул. Это победа. С моей точки зрения это выглядело просто пушечно. Ты типа такой. Нем. Кайф. Не, в смысле, РЛ, я боюсь, что высоты я здесь. Здесь ты че? Я понимаю. Не, здесь тоже стрёмно. Опа! 22! Это было красиво, правда, жалко, что это галюны были, ну да ладно. Согласен. Так, а спуститься? Оп! Блядь! Сори. Я первый. О, ты уже внизу. Это... ничего не говори, это ничего, паркур. Ничего не говори вообще. О, господи. Учитесь у батьки. Хорошо, что мы в даунтаун не пошли, блядь. Ау. Я так рад, иначе бы количество фатальных падений увеличилось бы в 10 тысяч раз, блядь. О, господи. Тут это помочь надо.
Товарищ в беде. Ой, зеленая. Ой, походу скрылся. Не. Не? Ты сейчас налево поворачиваешь, да? Так. Не, ты хочешь что? Ты думаешь, что я хочу, чтобы меня нашли или что? Нет. Я хочу, чтобы ты мне помог. Ну, думаю, нет. Малой, пусть ниндзя схватит и от меня отстанут. Слышишь? Ты вперед побежал, да? Нет. Привет. Да, ты приехал. Мне говорят остановиться. Все, каждый сам за себя. Да-да-да. Я главное смотрю назад, и ты там пишешь. От говно. А за мной еще кое-кто. Нет. Собака. It was at this moment that he knew. He fucked up. А, дерьмо. Беги, 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 дурак, беги! Беги, дурак! Нет, 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 нет! Рэнди! Рэнди, помоги! Стреляй! Там, там Венеция, там Венеция, можем, 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 нормально, нормально. Какая Венеция, блядь? Здесь, 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 здесь! Вот говно. Кошка! 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 Он видел это, да? А, черт возьми, он это видел. Зачем я это сделал? Окей, мы его потеряли, мы его потеряли. По-моему, да, да, да. Нет, он побежал. Он это побежал. Потом такси поймаем где-нибудь там за пару кварталов. Звучит как план, по-моему. Вы помогать не собираетесь? Нет. Mm-hmm.